По мажоритарному 170-му округу в Московском районе уже четко вырисовались фавориты предвыборной гонки, утверждает Анатолий Радзинский. Сегодня складывается такая ситуация, что либо я, кандидат от блока Петра Порошенко, пройду Верховную Раду и стану тем депутатом, который будет защищать интересы жителей Московского района, либо это будет старый депутат от партии регионов, который за 12 лет практически ничего не сделал для Московского района, но все мы знаем, что много сделал для себя. Последний опрос, проведенный социологическими институтами КМИС и СОЦИС, показал, что наиболее рейтинговый кандидат – это Анатолий Радзинский. Сегодня складывается такая ситуация, что мы должны объединиться вокруг единого кандидата. Несмотря на то, что демократические силы имеют намного больше голосов жителей Московского района, их поддерживает гораздо большее количество жителей Московского района, чем вот представителя от партии регионов, но если эти голоса будут разрознены, если эти голоса будут распорошены, то победит старая власть. Также Анатолий Радзинский призвал всех жителей Московского района прийти на выборы, дабы не дать шансов старой власти. Антон Сушкин, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».